Баку. При стечении 70, надеемся, крутого матча. И об этом вам тоже сообщать. Составы команд. Аспилико, это капитан команды, 28-й. Давид Луис, 30-й. И Эмерсон. Но Андрей уже немножко, как будто по-тренерски объявлял в раздевалке состав Арсенала. Я думаю, что Арсенал понимает, что главный козырь – это быстрые атаки. И им лучше, чтобы... Это в соревновании, но сейчас турнир другой. И начали. Красно-белые футболки на Арсенале. Команды волнуются. Ну, естественно, для многих, я думаю, первый раз финал. В сезоне и ассистентом бомбардир, 16 плюс 15 у него передачи голы. Да он уже с другой командой работает. Ну, конечно, важен. И даже для игроков, понимаешь, ты знаешь. Синей лондонской команды, пас в центр, перехват. Здесь-то как раз аншлаг. Да, да, да. Пока, я бы сказал, такая тишина, а волна... ...неслось и в дальнейшем. Поэтому игроки стараются все делать четко на первых минутах. И Петр... ...будет ничего. Но в матче чемпионата Англии, последнем между этими командами, 2-0 в первом тайме. Защитник играет 4-3-3, Алонсо уже не так полезен. Вспоминаем мы... ...строение предматчевых разминок. Хорошая позиция. Удар. Арсенала. Найлс прорвался, это был полупрострел, полуудар. Кепа, кстати, не уверен здесь. И у Арсенала пока не... Челси. Челси с мячом как раз. Пас. Пока, правда, это очень разведывательный футбол. Так... Ковачич вперед. Перехват. Вот как раз два быстрых нападающих. Так, сейчас у нас подача Арсенала на дальнюю штангу. Фанатов осталось. В остальном я не знаю, как распределились предпочтения. Что, Арсеналу не хватает ширины поля? Да нет. Что нужно сделать? Вернуть мяч на фланг и снова попробовать подать. Так и происходит защита. Рота не смотрел в течение этих 16 минут. А вот сейчас лицо на ворота. Играет, но на грани. Кепа Аристобулага. Азар не верит, мне кажется, их партнеру все хочет сделать сам. И делает сам. Включает скорость, пошел, но отпускает мяч далеко от себя. А, собирает хорошо. И стояло у человека... своей карьеры заслужил сыграть последний свой матч в финале. Ачи бежит вперед, Жиру даже разводит руками, где, мол, пас. Сыграл, если бы Эмери не поставил Чеха на эту игру. Так, а сейчас решили пришли специалист по игре головой. Итак, Азар, подача. Ой, обретает. Неплохо комбинирует. Это фол. Еще ни одного удара с ворот не было, да? Не было. Сейчас подача, мяч летит. Кепову. Т перед ним. Флоран Кошельный прострел. Жиру. Жиру. Прием. Жиру. Азар. Пенальти. Но выглядел именно в игре здорово. Найлс на правом фланге. Выкручивает мяч в штрафную. Все готовы. Навес. В центр вратарской. Подбор нужен. Арсенал. Ну-ка. Леказет. И Кепа застыл и получил колено. Это все сначала. Начинать. Диагональная передача налево. Мяч. Педро вообще пока не заметен. Единственный раз, по-моему, мяч испанец потрогал. И понимал, что мяч не дойдет до ворот. Ну-ка, а сейчас вот дальний удар! В домашний матч Арсенала и Манчестер Юнайтед. Мяч там просто вильнул и ушел от вратаря. А вот Челси. Ай-яй-яй. Это Челси голы уже чуть попроще. Да. На. Анги увидит или нет? Увидел, а кто там добежит до этого мяча? Рикошет. На коротке. Ковачич, его ударили. Даже нагло, я бы сказал. И вот он перевод. Значит, мяч штрафную, пас на Абамиянга. Правильно ли делал? Но ему главное не пустить контратаку на свои ворота. Мяч считается очень... Ой, здорово как. Эмерсон, удар! И спасает. И не на кого навесить. Эмерсон. Прострел. Жиру. Аспилико, это хороший момент для удара. Бить. Бьет. Мяч застрял. Азар. Дальше. Эмерсон. Удар поворотом и подставлен. Калашинец опять. И бьет поворотом. Рикошет. И... Челси. Азар. Стенка. Не точно. Перед ли сейчас подача, опасный удар поворотом. До Педро мяч дошел, Спилькуэта. Вроде бы под удар, перевод на левый фланг, вот сейчас может быть опасно.
друг друга досконально. Вот оно и выходит боком для зрелищности игры. Но идет в центр Озил, тащит мяч. Кувырок от Жиро. Все с сезона английского, когда они сыграли 3-2 на Стэмфорд-Бридж. Там 2-0 было в пользу Челси. Все там забыли. Не похоже на Азара. Неудачный прием. Матч. И сейчас есть возможность. Опасная атака. Челси. Удар. Петр Чел. Вот они люди, которые поменялись клубами. Ой-ой-ой-ой. Мяч уйдет. Что делать? Перевести мяч на дальний угол вратарской. Скинуть и... Толкотня в штрафной. Петр Чех выставляет свои мощные кулаки. А вот Давид Луис, который еще не вернулся после стандарта. Здесь он играет длинный каналов. Хорошо за команды в игре. Может, скажут, где-то там добавить. Например, я бы сказал, что нападающий. И ударами, и голами. Ждет. Что отдаст? Отдал под прострел. Но Найлс... Все равно. Но нам не все равно. Что же вы изменили в перерыве? Что же они изменили в перерыве? Смотрим. Нападающему Челси. Это, наверное, означает о том, то, что команда не слишком здорово двигается. Янг набирает свою знаменитую скорость. Простреливает. А вот на чужие ворота смотрят сейчас игроки Арсенала. Те сам. Аспилькуэта. Канте. Канте. Правый полузащитник Челси. Азар у мяча. Подача. Мяч, кажется, свалился с ноги. Да, плохая. Азар снова берет на себя игру. Снова отдает налево. Эверсон. Удар. Нет, это Жиру. А, на линии все на одной. Да не, на самом деле в корпус. Кочич. Эмерсон. Подача в штрафную. Жиру. И гол! И гол! 11-й мяч! Говорит, что не празднуют, да, потому что Арсеналом. Что ж, Жиру молодец. То, что он умеет лучше всего одним касанием переправлять мяч в ворота. И надо сказать, что Челси своим началом второго тайма заслужил этот гол. Ну как? Говорит он себе. Подача Калашинаца. Ну что, ответ Арсенала. Нужен удар. Посмотрим. Челси умеет это делать. Все. Ну, для нас это хорошо. Сейчас уже не имеет смысла. Трудно сказать. Вообще игра не вязалась ни одной, ни другой команды в первом тайме. Больше Азар разбежался, смотри как. Ах, любит он это дело. Да, для него. И потихонечку начинают завязываться Челси в атаке по месту левого края. И кажется, нормально бежит, а теперь бегут в атаку игроки Арсенала. Классно играл Обамеянг или пойдет в дриблинг. Подача! Лаказет за спар. Кто пробьет поворотом? Кто, Андрей? Да, и он зачелся, это за Арсенал. Тоже будет появиться на поле, если будет такой счет, если такой счет сохранится. Эх, у Лаказета. Педро забрасывает на Жиру. Уже там все изменить, переломить. Перевод на левый фланг. Лашинец в лицевую. Вот настоящий здесь, финал. Да, и нерв чувствует, пошел. Лезет в штрафную. Пас немножко назад. И перехват. Зил. Пошла боевая игра. Кто ковается после этого спорного момента? Удар по рогам. 2-0! 2-0! А вот теперь к судье могут появиться вопросы. А он будет отматывать? Будет? Может. Мне кажется, нет. Но это эпизод, который лег в основу голевой атаки. Да, это правда. Я не знаю, покажет нам или нет, но хотелось бы посмотреть. Эх, этот исписанный блок... Ну что ж, Челси. Но пока без новых игроков атакует Арсенал левым. Педро! Педро! Пас! Лишнее касание и пенальти. Петр Чех! Опа! За счет чего в этом сезоне европейском возникают эти... Не понимаю, за счет чего Арсенал может это сделать. Это уже без возможности вернуться в игру? Да, мне кажется, так скажем, территориальным преимуществом. Но первый гол все решил. Работать в Лондоне. Ну, как Мюнхгаузен, тащит сам себя за волосы из болота.
Да, у него еще 90 минут. И пока только 69-я началась подача. Удар нужен Арсеналу. Продолжится. Да, без места в Лиге чемпионов. Да, без трофея. Но его покупали. Еще какой-то, но вот не такой. Корявый. А вот какой угодно будет сейчас. И гол! Челси, потому что мы проходили стамбульский финал. Мы проходили полуфиналы этого сезона. Но я надеюсь, что нет таких зрителей у этого матча, которые выключили телевизор после... Становится интереснее. Айвоби? Нет. Неужели? Со своими взмахами. Маленькая фигурка, которая хочет стать там. Конечно, это безусловно, но мы сейчас немножко о другом говорим. А сейчас мы говорим об атаке левым флангом его. Ну не то, что фаворитом, но мне казалось, да, что шансов... Вот эти нюансы, которые говорят об опыте. Подача Канте, удар поворотом нет. Другому. Ой, хорошая передача. И хороший подкат, который не Жиру позволит. Будет. Катит мяч, Жиру возвращает. Интересно, какие... И мне кажется, без разницы, кто бы сегодня стоял в воротах. У Арсенала Лена или Чине классно вернул обратно и в полулет забивает Эден Азар. Здесь фол не фол. Азар разогнал. Классно сыграл на Жиру, но Жиру не менее. И Жиру с Азаром сделали замечательную атаку. И это супер. Но это или не... он тоже не являлся игроком основного состава? Ну, он действительно некоторые матчи пропускал в Лиге Европы. В 2000-м в группе из шести. В шести матчах одержал, что Челси, что Арси были истории. Тут же немножко издеваться начинают игроки Челси. И вот еще... И... Никакого. Челси. Памиянг. Один в один. И готовит удар. И бьет куда-то туда. Приехав сюда на стадион. 19 сам себе пас отдал на фланг. И побежал. Замены он Эмери показал Азилу, что он разочарован больше его игрой, чем он кого-то. Катится мяч. Ну, на исполнение бил. Да нет, тоже очень просто.